Умеешь посчитать значение такой дроби? Подписывайся, сейчас научу. Итак, первая дробь. В числителе и в знаменателе десятичное число, у которых одинаковое количество знаков после запятой. Значит, мы имеем право делить, несмотря на запятую. 81 делим на 9, это 9. 1,44 поделить на 0,12. Числители и знаменатели одинаковое количество знаков после запятой, поэтому делим, несмотря на знаки. 144 на 12, это 12. 3,6 делим на 600. А что же сделать здесь? Тут два знака после запятой. Дописываем нолик. И здесь два знака после запятой. Делим, несмотря на запятые. 360 поделить на 6, это 60.